Гуляй, масленица широкая, приглашай гостей и провожай зиму. Весеннее настроение и яркое мартовское солнце вторили празднику в комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Пушкинский». Сегодня здесь многолюдно. Взрослые дети участвуют в гуляниях и развлекаются. А нарядные скоморохи приглашают зиму, чтобы проститься. Хочу от вас уходить. Вы вон какие красивые. Вы вон какие румяные. Согревающие игры, хороводы, частушки, перетягивание каната – все традиционные развлечения, которые были приняты на Руси. Специалисты комплексного центра постарались, чтобы проводы зимы были максимально приближены к традициям празднования Масленицы на Руси. Помимо того, что мы все напекли блинов, принесли варенье, мед, баранки, конфеты, наши замечательные специалисты приготовили увлекательное мероприятие с спортивными развлечениями, с теми традициями, которые были сохранены еще и перенесены в наше время из Древней Руси. Почитает весь народ Масленицу нашу, веселее не найдешь праздника и краше. А вот и сама Масленица яркая и нарядная. Скоро все горести и напасти будут сожжены вместе с ней. Главное – встретить весну как положено – улыбками, играми, прибаутками и танцами. И, наконец, кульминация праздника. Огонь сжигает все плохое, что принесла с собой зима. Впереди обновление, цветение и радость жизни. А в завершение сладкие сюрпризы. Блины с вареньем, сгущенкой, сметаной и медом. На любой вкус. Блины вкусные, а танцы и игры вообще просто прелесть. Все масленицы, зима, все петрушки, все очень хорошо. Было очень интересно, только есть только грустно, что зима уходит. Понравились тебе блинчики? Да. А почему? Потому что они вкусные. Людмила Ермакова, Сергей Денисов, Мария Головачева, Анна Белова. Новости Большого округа.